тренер по радиоспорту и спортивному ориентированию. Он учит быть первым. Сотни мальчишек и девчонок под его руководством научились работать с компасом и картой, развили наблюдательность, выносливость, силу воли. В год педагога-наставника смотрите на телеканале «Самара ГИС» новый эксклюзивный телепроект «Призвание педагог». В этом выпуске 22 ноября в 18:45 расскажем о Сергее Сушилине, тренере-преподавателе детского спортивного центра «Саксор» городского округа Самара.